И снова здравствуйте, Moodbox 2019, и хотелось бы в этом ролике рассмотреть именно развертку. Погнали, уже будем с базовых именно мешей делать это дело. Возьмем персонажа голова, бюст, вот так она выглядит, все прикольно. Ну давайте немножко так покрасим ее. Paint Tool включим, заходим вот в эту функцию верхнюю и нажимаем Paint. Здесь жмем, у кого вот эта галочка не стоит, жмем Basic Head, включаем и возвращаемся именно опять на вот этот Object. Здесь вот находится именно вся история вот этого вот процесса. Так, включаем Paintbrush и давайте что-нибудь покрасим. Так, кисточку прибавляем, цвет. Ну, давайте цвет, наверное, возьмем синий. Цвет настроения синий. Нажимаем на персонажа. Вот высвечивается Create New Paint Layer. И Paint Layer 1. Короче, размер, формат PNG и Diffuse. Жмем ОК. И давайте красить все это дело. Вот таким вот образом. Вот такая штука. И попробуем сейчас именно добавить полигонов. Заходим в Mesh, находим Add New Subdivision Levels. Или вот это опции Levels. Нажимаем вот единица или Shift D. Добавляем, добавляем. Вот 3 пока хватит, чтобы текстура хорошо потом развертка выглядела. Так, вот таким вот образом все это дело красим. Смотрим, что тут да как. Экспериментируем вот с этим стемп. Спецент. Вот так. Это вот оно чуть-чуть размыто. Здесь Snap to Curve. Все тоже вот так вот красит. И возвращаемся. Поинтенсивнее поставим именно цвет. Вот здесь будет пусть темный. Вот такая штука. Там будет посветлее. Сейчас что-нибудь здесь навертим, накрутим, раскрасим. Alt, левая кнопка мыши перекручивает. Shift и Alt зажатый это приближает, отдаляет. И потом уже колесико это все дело крутит, вертит, тоже приближает, отдаляет. Так, вот таким вот образом все покрасим. Выбираем другой цвет. Ну, теперь пусть будет красный. Его виднее тоже будет. И вот так все это делаем. Хорошо красим. Как-то вот так фигурно. Симпатично, чтобы было. Вот так вот. Смотрите, чтобы все именно закрашивалось. Потому что если в ZBrush вы будете наполовину закидывать модель крашеную, а половина будет не крашеная, то вот эта часть будет черная на развертке и на модели вы ее просто видеть не сможете. Так, что еще? Ну давайте немножко зеленого для поднятия настроения. Вот так вот. Что-то в таком духе. Типа прически. Ну, вот такая штука получилась. Теперь надо сохранить все это дело. Заходим опять в Layer. Вот здесь вы уже, когда красите, находитесь на Paint Level. Вот это. Нажимаете правой кнопкой мыши и жмете, допустим, Export Change to PSD. Высвечивается окошко, высвечивается Photoshop PSD. И вот здесь вы можете поменять название. Допустим, ну, напишем развертка. Развертка. И сохраняем в формате PSD. Больше здесь форматов нет. Жмем. Все сохранилось. Жмем Close. Сохраняем именно программу Export Selection, нажимаем. Предварительно заходим в Bobs и находим именно вот этот Basic Head,
чтобы выделились вот так полигоны. Нажимаем импорт, так, экспорт селекшн. Вот вы видите, что все уже нормально. И название меняете, формат опш, сохранить. Все, модель сохранилась. Теперь нужно все это дело забросить или в Maya, или в 3D Max, или в ZBrush. Я ее закину в ZBrush. И посмотрим, как это все дело применить там. Сейчас сначала зайдем в ZBrush и подгрузим эту модельку. Вот такая модель, цвет, материал Skin Shape 4. Вот все это дело сейчас будем в фотошопе именно переводить с PSD форматов JPEG именно развертку. Жмем файл и находим импорт. Так, импортировать или открыть. Давайте откроем и посмотрим, как подгрузится все это дело. Так, находим развертку и подгружаем ее в Photoshop. Вот такая разверточка. И теперь жмем файл и сохранить как. Можно, конечно, тут с ней еще поработать, но вот так, сохранить как. Вот оно. Сохраняем теперь как JPEG. И сохранить опять же на рабочий стол. Сейчас она высветит именно качество, и так базовый, прогрессивный, стандартный. Вот можно базовый сделать, можно прогрессивный. Окей. Сохраняем и идем теперь в ZBrush. Персонаж установлен. Смотрим Morph UV. Вот так он разворачивается. И теперь в текстуры Map именно подгружаем. Нажимаем на окошко. Сейчас высветятся именно все причиндалы. И жмем импорт. Находим развертку в формате JPEG. Жмем открыть. Подгружаем. И смотрим, что у нас получится. Вот так вот она подгрузилась. Немножко дискомфорт, не беда. Заходим в UV Map, находим Adjust и жмем Flip V. Все, вот она, пожалуйста. Вот такая сетка. Чтобы вот это вот не было, нужно именно сохранять модель и развертку без включенной в рэп. Сейчас покажу. Вот эту сетку нужно отключать. Вот теперь модель чистая, и можно это все дело будет повторить. Так. Смотрим, что да как. Вот теперь модель именно, вы видите, что без сетки. И развертку тоже можно снимать без сетки, чтобы она не проецировалась именно вот таким образом. Вот такая вот информация. Все, всем пока, до свидания.